конце прошлой недели она все-таки презентовала свое знаменитое чудо. Певица Нюша выпустила дебютный альбом в широкие массы. Поздравить молодую певицу пришло множество звезд российского шоу-биза. Но самое главное, селебрити прибыли на ночную тусовку, чтобы услышать песню о том, как правильно выбирать чудо. Хотелось написать такую песню, чтобы на максимальное количество людей ее, ну, поняли. Многие говорят, что не надо выпускать альбомы, это уже, но для артиста это шаг. Поверьте, Нюша еще не выдала вам все хиты и всех карт не раскрыла. Дакота, мне кажется, ты говоришь неправду. На презентации Нюша зарядила не только хиты, но и самые свеженькие песни. Звезд, начинающих и вообще артистов, ты их заряжаешь. Пока шла презентация диска, в интернете кипели другие страсти. На одном из сайтов открыто обсуждали высокомерие Нюши и нежелание ее дружить с простыми парнями. Что за бред вообще? Любовь пробуждается, то тут уже абсолютно не до статуса, я думаю. Это общество навязывает такие стереотипы. Я думаю, что если девушка влюбилась в кого-то, то есть совершенно все равно, чем он занимается и сколько у него денег. Кстати, в то время, когда Нюша отплясывала на сцене, РУ-ТВ вместе со звездами придумали для молодой певицы новые псевдонимы. Но ведь не всю жизнь в Нюшах ходить. А как бы ты ее по-другому назвала? Нюша, Зюша, Бюша, Гюша, Рюша? Не знаю, для меня она Анечка, моя подруженька, любимая, которую я не могу. Зюша? Зюша? Почему-то нехорошая лезет в голову. Нюша, моя козюлюша. Блин, обожаю ее.